Хей, йога, и с вами Шмики, мы продолжаем пройдите игру по названию. Так, Империус, Император, не знаю, что связано с Императором. Окей, так, юзаем лифт и идем наверх. Приехали наверх. Так, теперь спрыгиваем вниз и идем сюда. Мне нужно там, где вот те травянистые сейчас растут. Пипец, у меня 23 камешка. Понятно, что они в ограниченном виде, поэтому их нужно экономить. Желательно экономить. Поехали наверх. А как мне вот это взять? Типа, оно блестит, окей, да. И мне нужно сказать, ну да, это круто. Так, ладненько. Понятное дело, куда я могу пойти сейчас. Но это с помощью бага. А если не бага юзать? Что здесь у нас? Так, лаборатория. Окей. Ну, побежали. Я бы в деревья полез. Ну, смысл мне с ними? Нихера там. Машина для убийств. Так, или вернуться, слышите, обратно апнуться. Давайте, наверное, я вернусь и апнусь. Ко мне лучше будет. Не будет сейчас душ, чем они будут, и я их просрал. Не, ну играла, на самом деле прикольная. Старались сделать ее. Постарались, так постарались. Это хорошо, что у меня еще есть прыжок дополнительный. Level up. Не, давайте на всякий случай сохранюсь. А теперь полетели. Это быстро будет. Главное не давать в себя врезаться. Не дадут тебе душу. Так, у меня до хера пуль. Дерек Джоханс. Так, ну здесь я могу вниз прыгнуть. Ты типа волшебник-призыватель. Фу, мерзкий. Здесь он мерзкий. Фу. Мерзость. Почему они открыты? Они должны быть закрыты. Так, ты обычный самурай? Или ты необычный?
Ты обычный. А нихера, это что новенькое? Так, 55. 49. А ну-ка, я хочу посмотреть, что это. Здрасте из Кастельвании. Как говорится. Блин, ну я хотел. Было бы прикольно, если бы оно еще их поджигало. Было бы классно. Он очень быстро плюется. И не у каждого есть реакция такая. И у каждого есть хорошая реакция. Туда не залезть. Да пипец, он, поняли? Так уменьшается. В большие количество раз. Смысл вот то, что я смотрю. Так, здесь я не падаю. Плохо, очень плохо. Одно хп. Он, вот эта тварь такая отвратительная. Что я сделал? Между 28 было. Между 28 было их. Камешков. Или я чисто все теряю, что нахожу. Кайф. Прикольно, молодежно. Водичка. Чем я могу спрыгнуть? Не, радиус огромный. Я просто даже могу не стараться так сильно. Взял его харчок, отбил мечом. Угу. На самом деле почти получилось бы. Но что не получилось у меня? Может, это взрывные челюки? Сто сорок один от атаки? Нормально. Я не понял, почему у меня так много этих забрали. Что? Ни хрена себе. А что это было? Он типа... Не, я понял, что он будет сейчас меня плевать, но он как-то... моментально ее плюнул. Я просто среагировать даже не успел. Походу, я просто к нему очень близко подошел. Mm.
55-130, 68, но то же самое, что топор. А, С, Д, С. А, С, Д, С, С. Б, С, Д, С. Короче, я понял, что лучше, конечно, этот. Он по радиусу очень меньше. А мне лучше быть противником на расстоянии. Поэтому, увы, сори. Обязательно, да, открывать. Рапиры я не даже не буду смотреть. Так, давай ты мне не будешь зажимать. Так. Все. Так, он говорит полет. Так, полет. Подожди, я что, серьезно, после смерти теряю один этот? Свои вот эти. При помбасике? Да херово. Не, босс-то был слабый. По сравнению с тем, кем я сражался. Блять. Мне нужно зеркало. Чтобы отсюда выбраться, мне нужно зеркало. Зачем? Хам. Ух. Левел ап. У меня 61 000. Хорошо. Это локация, если что, с деревом, которая. Summer Pets. Так, призрак. Вот эту я сначала получил. Давай тебя. Так. Интересно, сколько ты будешь дамажить. Надеюсь, я хотя бы сохранился. Thank you.
Для меня вот этот меч самый лучший. Да, пускай он не сильно дамажный, но он лучше во всем. А, то есть ты атакуешь молниями. Классно. Боевый перс. Бессечник. Идем менять. Не-не, он серьезно нахеровый. Ладно, пускай будет смерть. Level up. Let's... Так, сохраниться. Ух. Все отлично. Можно продолжать. Так, он наносил тогда по... Сколько он тогда? Ох, если бы я сейчас сломал бы ящик. Ох, было бы классно. Бык. Серьезно? Окей. Я спокоен. Вес я залпом уже сели снял. Я не знаю, это уже 7-я серия подряд, потому что вот что вы видите с первой серии по эту. Это все залпом. Сейчас уже пол первого. Штек. Ништячок. Так, я не увидел, сколько ты дамажишь, когда, извини. Хорошо. Ваншотик. О, тесак. А ну-ка. Так, 55. Хуже. Ну что, поехали. Теперь на дерево. По правой стороне. Блин, ну мы сейчас приходим к большому дереву. У нас здоровое дерево. Это здоровое дерево. Так, ладненько. Как я понимаю, мне придется здесь часто юзать телепорт.
Здрасте. Сундук. Ай-яй-яй. Сундучок. Так, а почему ты пустая? А почему ты пустая? Классно. Ладно. Нужно по глазикам походу идти. Ага, там босс. Смотри на что-то там. Мне по звукам, да, нужно? А, бля. Сложно. Как мне понять, где противник? Пиздец. Не, понимаю, что... Это что-то как-то... Уж слишком. Мне главное не падать. Так, тихо. Блин, я не знаю, более-менее понимаю, как это делать. Более-менее нет. Так, когда оно красное, значит оно в меня пульнуло уже. Я падаю. Блядь. Все, просто падаю и минус босс. Я понимаю, что босс где-то на самом верху, куда я попасть не могу. А, ну в принципе, если удерживать,
возможно, что-то и получится. Так. О, нашел. Нужно по... В смысле, я же защиту подрубил. В смысле, я защиту подрубил? Не понял. Это сейчас типа не смешно ни хера. Я что, типа кнопку теперь ломать эту? Ладно. Давайте я, наверное, все-таки... Или она мне уже стоит? Шестьдесят восемь, 68, 140. Так, вернись. Короче, тогда просто не буду прыгать. Когда оно еще красное. Ну, короче, когда оно в меня уже целится, я не буду ни хера юзать. Блядь. Я думаю, просто лучше молча, знаете, идти. И так я быстрее дойду. Понятно, что дерево невысокое, но, блин, пока к боссу дойдешь, пока к нему дойдешь, вот в чем вопрос. Ты уже умрешь. Это вот самое опасное.
Давай, давай. Чё? Хорош, заплакала вовремя. Надо, чтоб я бы еще и упал с карты. Упал бы с карты, вообще было бы замечательно. Ладно, со следующим. Давай. Ну-ка. А, где-то в жопу спустилась. Фух. Прекрасно. Нау, теперь ты можешь Тауэр вернуться в здание сайт солдаты. И там они, короче, фугазов пускают. Фугазы, да, фугазы. Давай им помогать. Окей, изи. Флайт. Нихера. Что я могу? Нихера. Прикиньте, что могу. Не-не-не-не-не. Видели, что могу? Я здесь сдох. Типа это тратится или нет, интересно. Кажется, ничего не тратится. Так, ладно, я просто вернусь за вещами своими. Да, ты что, все когда открыл? Это херня. А-а-а. Так это монать он крыса. Так эта херня еще урон наносит. А нет. Я кубики все равно ломать могу. Так. Ну да, теперь изи. Так, я, слышите, могу, в принципе, все равно защищаться. Мне этот как бы... И все работает. Гомнюк. Думаю, все будет так просто. Ага, хер. Так, а зачем мне полет? Нащо мне полет?
Полет, полет, полет. Не знаю. А чтобы было, что ли? Мы пролетим. Так, там я не помню, что. О, я знаю, что могу сделать. Так, сохранить игру. Сначала лоб. Вот так вот. Сохраним игру, и в следующей серии мы, короче, пойдем с вами на слизни. Вот что мы сделаем. Поэтому всем спасибо за просмотр, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, комментируйте. Всем удачи, до новых встреч, друзья. Всем пока.